Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы будем говорить о советской истории. Меня зовут Александр Голубев. Тема сегодняшнего выпуска – «Суды чести». Суды чести были созданы в марте 1947 года по образцу судов чести царской армии. Идея, судя по всему, принадлежала Сталину, а постановление о судах чести готовили три секретаря ЦК – Жданов, Суслов и Кузнецов. Предполагалось, что суды чести помогут дисциплинировать как интеллигенцию, так и высшую советскую номенклатуру. Поводом послужили обвинения в адрес интеллигенции, низкопоклонство перед Западом. Эти сюжеты звучали еще в известном постановлении в журналах «Москва» и «Ленинград», но дополнительный толчок делу послужило известное событие, связанное с профессорами Клюевой и Роскиным. Суть дела проста. В 1946 году крупная советская делегация находилась в Америке. И академик-секретарь Академии медицинских наук Парин по согласованию с Молотовым, который приехал туда для участия в сессии Организации Объединенных Наций по международному научному сотрудничеству, передал американцам рукопись книги этих двух профессоров и образцы препарата Круцин. Препарат Круцин разрабатывался для борьбы с раком, и первые результаты его применения были очень обнадеживающими. И хотя все это было сделано, повторяю, по согласованию с Молотовым, тем не менее, вскоре было объявлено, что академик Парин выдал американцам государственную тайну. Он на этом основании был арестован. А по профессорам Клюева и Роскиным появилось закрытое письмо ЦК, которое широко обсуждалось и в учреждениях научных, и в министерствах, и во многих государственных учреждениях. И везде, по примеру этого письма, находили свои примеры низкопоклонства перед Западом, выносилось порицание и так далее и тому подобное. Вот, например, в Академии наук часто встречаются протоколы таких собраний, где ученых обвиняли, например, в том, что они написали предисловие на английском языке, что было краткое резюме содержания книги на английском или оглавление на английском языке, то, что их труды издавались за рубежом, и даже то, что у них в монографиях или в статьях были ссылки на западную научную литературу. И вот следующим шагом как раз явилось создание судов чести. Предполагалось, что они будут избраны во всех министерствах, ведомствах, институтах Академии наук, высших учебных заведениях на один год и будут рассматривать дела, связанные с нарушением, общественной морали того времени. И как раз первый такой суд чести прошел в 1947 году в Министерстве здравоохранения. Все по тому же делу. Они получили обвинение в низкопоклонстве, в передаче враждебному государству сведений, содержащих государственную научную тайну. И дело ограничилось общественным выговором. Конечно, работы по этому проекту были свернуты, но, по крайней мере, на этом их мытарства в основном закончились. Однако суды чести были созданы во многих учреждениях, всего считается, что их было свыше 80. И вскоре прошло, в конце 1947 года, еще несколько крупных таких процессов. Так, в начале осени прошел, может быть, самый известный процесс. Это суд чести над руководством гидрометеослужбы. Во главе с известным полярником Федоровым, одним из тех, кто в составе экспедиции Папанина был на льдине, знаменитая экспедиция «Северный полюс-1». Федоровы и рядом сотрудников обвиняли в том, что они передавали
американцам и англичанам сведения, содержавшие государственную тайну относительно прогнозов погоды, там, ледовой ситуации и так далее. На самом деле речь шла об обмене метеорологическими данными в ходе войны с тогдашними союзниками. И тем не менее, вот последовал такой суд чести. Следующий крупный процесс, это уже конец 47-го года, прошел в одном из высших учебных заведений, и подсудимым там оказался академик Жебрак, один из крупнейших генетиков, противник взглядов Лысенко. Главным поводом для обвинения послужило то, что он опубликовал в Америке научную статью, в которой критиковал взгляды академика Лысенко. Ну и тут тоже дело окончилось общественным порицанием. Надо сразу сказать, что предполагалось с самого начала, что суды чести могут выносить только общественный выговор или общественное порицание. Но в случае необходимости материалы судов чести могли передаваться органам МГБ. Казалось бы, новая кампания разворачивается, но происходит, в общем-то, вещь совершенно неожиданная для авторов постановления. В ряде министерств суды чести были избраны, но к работе не приступили. А в некоторых министерствах их просто не стали выбирать. Так министр авиационной промышленности Хрунчев заявил, что в его аппарате дел, которые могут быть подведомственны судам чести, просто не существует. Впервые за многие годы власть столкнулась вот с таким пассивным, но тем не менее реальным сопротивлением самой лояльной части общества – высшей партийной, хозяйственной советской номенклатуры. И, может быть, именно это послужило причиной того, что идея судов чести вскоре была отставлена. Правда, в 1948 году их полномочия были продлены еще на год. Но, что интересно, продлили полномочия уже избранных судов, а новых не выбирали. Ну а после 1948 года о судах чести как бы забыли, полномочия их закончились уже с течением времени, через год. Новых не выбирали, и на этом вот эта кампания завершилась. До свидания. Смотрите программу «7 дней истории». Сегодня мы говорили о советской истории, а в завтрашнем выпуске речь пойдет о событиях мировой истории, происходивших в XX веке.